цычки, блядь. Без настройки-то не можем в колодец. Так, полирончик, руки. Убрали. Убрали. Зажигание есть. Искра. Дядька сказал, что у нас проблемы с топливом. И сказал, что до конца дня она может не доездить с таким топливом. Сказал, ищите проблему. Мы ищем проблему. А тренировки мы не едем. Ну, прогрева. Три круга прогрева дали на этой трассе, потому что трасса маленькая, все едут быстро. А мы едем сразу в квалификацию. Если все нормально, то там будет время посмотреть топливо еще раз. Ну, если мы сейчас не разберемся. Вот. Ну, короче, мы не спали, и на тренировке тоже мы не пропустили.